находимся на Custom Bike Show. И сейчас мы видим, как завершается сборка мотоциклов, которые собираются в начале шоу и заканчиваются в конце. Потом все голосуют, и уже голосование идет. Вот там. И тот мотоцикл занимает первое место и получает приз денежный и так далее. Но пока у парней что-то не идет, у них, по-моему, не заводится мотор. Он очень интересный, с турбонаддувом, очень сложный мотоцикл, на самом деле. Поэтому будем болеть за парней. С вами был Алексеич, МотоМ.